находимся на соревнованиях по жиму лежа без экипировки в честь Нового года. Называется турнир с жимом лежа в Новый год. Он посвящен памяти Павла Сыча Лаптенко, который основал этот турнир, ежегодно проводил. Вот мы его поддерживаем его традицию. Конкуренция в некоторых категориях очень высокая. В целом все спортсмены молодцы, очень много дебютантов, и они показывают достаточно неплохие веса. То есть будущее у этого спорта достаточно хорошее. Несмотря на то, что предновогодние праздники, массовость у нас присутствует, то есть довольно много участников, все активны. В будущий год у нас сочетание будет первенство Приморского края по троеборью. Там, надеюсь, будет также у нас очень массово, потому что в последнее время публика начинает набирать обороты, и у нас первые соревнования по троеборью не меньше 200 человек. По жиму лежа 100 и больше.